9 баллов. Это уже супер класс, экстра класс. И вот трибуны взрываются овацией Евгения Канаева. Упражнение с булавами. Конечно, Евгения универсальная спортсменка. Ей подвластны все жанры. Но вот в этом сезоне Винсен Амиго, испанский композитор и испанский танец. Такого мы еще у Евгении Канаевой не видели. Но вот с музыкой произошло в самом начале. Канаева не перестает удивлять и восхищать. И продолжает совершенствоваться, несмотря на то, что с блеском она выиграла в 2008 году Олимпиаду в Пекине. Но, тем не менее, каждый год она преподносит нам что-то новое, новые образы. Все время совершенствуется ее техническое мастерство, возрастает сложность. Вот так эмоционально переживает за свою подопечную Веру Ефремовну Штельбаумс, тренер нашей выдающейся гимнастки. Ну вот если даже это была некая ошибка, то очень здорово ее сумела обыграть. Мы ждем оценку Евгении Канаевой. 29,4 балла. Оценка экстра класса почти 29,5.